Так, друзья мои, едем отдавать красоточку. Немного финального холодного пуска. Знаете, ребят, в целом меня больше всего эта машина впечатлила даже не тем, какая она. Быстрая, да, здесь V8, 4,4 литра, 462 силы. Бро, позволь. Оп. Больше всего она меня впечатлила тем, насколько она комфортная, как они смогли настроить подвеску. Это просто вообще что-то с чем-то. Вот, собственно, у нас подкапотное пространство с same performance элементом. То есть она настолько прям мягкая, например, на лежаках, да, и в то же время сохраняется суперуправляемость BMW. То есть на каждый день это очень и очень интересный вариант. Едем сейчас забирать более горячую BMW. Всем хорошего дня, друзья. Сань, поморгаешь дальним чуть-чуть?